Более 1 килограмма мефедрона изъяли полицейские от Урал. Задержаны 5 жителей Тараза, которые торговали синтетическими наркотиками. Одному из подозреваемых всего 17 лет, но он уже в межгосударственном розыске за мошенничество. Остальные задержанные тоже не старше 29 лет. Известно, что деньги, полученные от продажи наркотиков, дилеры перечисляли на счета родственников. В полиции начато расследование. За распространение психотропных веществ в особо крупных размерах парням грозит до 15 лет тюрьмы.